Они очень сверхочки. Они даже на том же самом Алике. Блин, от 50 рублей до 500, до 1000 рублей за штуку. Тоже в чем-то они там? Настоящие, не настоящие. Что туда? Что-то рабочее или что-то похожее? Да. Ну и вот всем привет и здравствуйте. Продолжаем строительство нашего микромонстра мотоцикла. Значит, мы уже тут пилили, резали, похвастаюсь, да? То есть вот у нас уже получились упоры под амортизаторы. Ну это мы плазморезом вырезали, вы видели. Ну как стаканчики точил, не стал показывать. Крепление, болтик через туда отверстие. То есть у нас вот такая, пока не все такая концепция получилась. Вот. Вот маятниковая вилка, есть упоры, вилка заработала, все хорошо. И вот у нас появился педальный узел, ребят. Педальный узел — это скоростя, это у нас тормоза. Это тормоз, правый тормоз, левый скорость. А это тапковый привет, начинаем все. Да, и всем тапковый привет. Так, что у нас здесь получилось? Ну а здесь вот так это все выглядит. Там гидравлики, там тяги. А это вот так вот брутально у нас все тормоза будут выглядеть. Ну давайте отсюда еще глянем. Так, вот они. Это скоростя включаются, выключаются, там все работает. Это тормоза, все работает. И закройте капот, пожалуйста. И сверху становится капот, потом тут саморезики с патенными головками, ой, саморезы, винты с патенными головками закручиваются. Здесь я вот уже у нас косыночки, или как их назвать, ну, в общем, косынки, да, с резьбой, закручиваются болтики. Специально взяли фанерку, чтобы было жестко и, ну, не шумно, да, так скажем. То есть продолжаем строительство. Рулевая вилка получила уже усилители, со всех сторон она вот обварена, усилена. Обварена, усилена, разнесена нагрузочка. Вилка работает. Для амортизаторов, ну вот такая траверса, вот такие упоры, такие крепления. Сейчас мы это все обварим. Прихваточки попробовали, все работает. Все работает. Ну а здесь вы уже все это видели неоднократно. Ну вот так вот это все выглядит. Ну естественно, все это зачищается, заваривается, будет красиво. Зачищается, заваривается, будет красиво. Всем привет. И, в общем, работаем. То есть мы сегодня тоже молодцы. Мы сегодня закрепили амортизаторы. Подвеска у нас заработала. Закрепили педали, сделали все педали. Начали делать капот, моторный щит, или как он называется, передний щит. В общем, уже пошел обвес, обвес на мотоцикле. Ладночки, ребят, мы дальше варим, а вы дальше смотрите. Продолжение следует. Глаза! Thank you.
Итак, ребят, пиляли сегодня, варили до темна. Видите, на улице уже темно. Ну, совсем там темно у нас. Пиляли, варили. Значит, что у нас получилось? Давайте сбоку посмотрим. Сбоку вот такая стелс-технология у нас получилась, да? Все обтекаемое, все затекаемое. Против радаров. Вот так вот. Так что радары нас не будут брать, тем более мы низко будем летать. Не выше 50 метров над уровнем моря. Так, то есть здесь вот так. Далее. Сегодня еще что? Обварили, доварили, наконец-таки вилку закрепили. Вот такой крепеж. Там где-то болтики. Ну, это все, естественно, все швы зачищаются. Обварили большим током провар, чтобы глубокий был. Танковые швы, да, там корень шва, катеты, там все дела, в общем, ну, страшно, тут все заварено. Вот такая конструкция у нас вышла. Все будет красивенько, будет все уже замечательно. Сейчас пока еще вот-вот-вот, все вот так это. Еще очень страшно все. Ну вот, такой у нас вот получился, я не знаю, как его назвать. Гравицапа. Да, вот такая гравицапа, да. Может, кто помнит мультики «Мыши рокеры с Марса», да? Вот, наверное, что-то это еще с моего детства навеяно. Вот такая вот у нас. Удросили бы вы что-то. Байдарка, ребят. Как там кто-то выразился, да? Байдарка с мотором. Вот, пожалуйста. Вот мотор. Здесь у нас глиссер. Там все дела. Колесо. О! Ну да, ну то есть вот это вот надстроечка, рулевой стакан, завтра проварим, уже поздно, ребят, уже 8 вечера, я уже надоел, у меня в глазах мерещится все. В общем, это все проварится, но рулевой стакан снизу, снутри у нас усиленный, то есть тут двойной металл, везде все крепко, все серьезно, все надежно. Так. Ну вот пока макет идет, видите, конструкция сложная, фигуристая, поэтому пока есть вот макет с фанеры, лючок, скажем так, как это все будет выглядеть. Так, ну донышко положи где. Вот такое донышко, виброшума, термоизоляция. То есть как на настоящем мотороллере. Под ногами, под руками все закрыто, ноги закрыты, внутри гидравлики, шланги, бензобаки, электроника, зажигание, все остальное прочее. Место для шлемов, два шлема ложится, или шлема, как правильно? Головных уборов. Головных уборов, да, здесь, значит, вот у нас нарисовалось.
Ну, пока месть вот так проводочка, пока месть вот так все это. Еще не оккультурено. Еще не оккультурено, не оккультурено ничего. Ну, пока месть вот так, чтобы видно было, да? О, а я маркер нашел, я его потерял. Пусть бардачка лежит. Так, ну, в общем, вот пока месть вот такая вот у нас конструкция получается, ребят. Вот такая конструкция. И самое главное, ребят, перуль. Ну, понятно, да? Это все понаварено, швы надо будет зачищать. Швов много, швы безобразные. Все это зачищается, зашпаклевывается, закрашивается. Ну, вот такие очень брутальные педали у нас получаются. О, далее. Резьба М16, гайки на 24. Педаль. И теперь, ребят, самое основное. Ну, он же уже качается, уже поехал, он уже тащится. Все это шевелится, все это качается, раскачивается. All-rider. Да, all-rider. А теперь, где у нас руль будет? Руль будет здесь. То есть вот отсюда, сюда, ребят, еще 1,20 м. Еще 1,20 м до вилки. То есть теперь надо еще придумать форму. Да, форму руля еще придумать. Чтобы это хоть как-то вот к этому пепелацу подходило все. Да. Так что, ребят, серия про этот мотороллер у нас еще не закончена. Мотороллер, видите, передний щит, все, ноги спрятаны. Так что это у нас мотороллер с рычажной подвеской. Стандартная подвеска для мотороллера, рычажная. Да, сзади тоже маятниковая стандартная мотороллерная подвеска. Мотор-колесо, мотор-блок. Так что... Так что это у нас, да, скутер, мотороллер, мопед, да. Повторяю, 4,49. Ну, а потом выйдем на трассу, померяем конкретно. Ну, а на этом все, ребят. Всем большой привет. Вот такой по диагонали привет. И до свидания. Ждем следующую серию. Будем строить руль. Всем пока.